Всем привет! Вы на канале «А ну-ка, давай-ка!» И сегодня вторая часть нашего с пушистиками путешествия в Таиланд. Сейчас мы на чудесном острове Пхукет, на пляже Корон. В прошлом выпуске мы посетили обезьянок, рыбок, слонов. Что же нас ждет сегодня? Мне уже не терпится узнать. Поверь, малыш, сегодня мы еще удивим зрителей. Но для начала мне очень хочется искупаться. Кто со мной? Ой, не, я вот лучше песочек покопаю. Ой, как он здорово скрипит. Ну не зря же этот пляж называют поющим. Ладно, я так поняла, котики у нас еще не готовы лезть в воду, а вот ты, пупсенька, не отвертишься. Ура, купаться! Я люблю купаться! Ребята, а вы пока что можете нажать на кнопочку подписаться и потом на колокольчик. Нажали? Ну тогда я побежала купаться! Вау, какая прозрачная водичка! Ну как? Тепленькая и солененькая, и такая ю-ху! Мне так тут нравится, Анюта, классно! Я как рыбка, медуза, нет, я дельфин! Похоже на дельфина. Ребята, я желаю всем в этом году съездить на море и покупаться в такой красивенной, полезной водичке. Кстати, про водичку, они там собираются сегодня купаться? Пошли спросим. А Мурка с малышом, как всегда, струсят. Ой-ой. Ого, надо быть аккуратнее на берегу. Что там Попся говорила про то, что я струшусь купаться? Вот, смотрите, я хожу по самому берегу и ничего не боюсь. Ой-ой, бабочки, бррр. А что, не так уж и страшно. И вообще, в прошлом видео я даже нырял, чтобы на рыбок посмотреть. Вы, ребят, видели, как я там чуть одну не поймал? Сейчас напишу, малыш, супер, рыбак. О! Ну как ты, супер, рыбак? Нормально. Тут, наверное, пора уже заканчивать этими купаниями. Да сейчас мы отправимся в одно очень интересное место. Куда же? Сейчас все сами увидите. Вы представляете? Представляете? Нет, вы даже не представляете, куда мы приехали. Мы приехали к тиграм! Ой-ой, что-то мне страшновато. Привет. А вы еще кто такие? Вкусные. Да ладно, я же шучу. Ё-моё, когда ты сказала, что мы едем к тиграм, я же не думал, что прям к ним в клетку. Он все еще на меня смотрит. Да. Я пошел. Да ладно вам, вы все равно слишком мелкие. Только аппетит разыграю. Эй, а вы что там развалились вдвоем? Невероятно, ребята. Эти тигры такие большие, такие величественные, что невозможно сдержать восторг. Они просто вау. Лучше не стоит, Анют. Это внешне они такие. Что это с ним? А, боится, наверное. Да я не боюсь. Измерю по мышейку. Хорошо, повернись. Это мило. А вы знали, что при вылизывании тигры не только моются, но и расчесывают шерстку своим щетинистым языком? А еще, если побрить тигра, то его кожа будет такая же полосатая, как и шерсть. Что ты там собрался делать? Я? Не, ничего. Вообще-то, ребята, там тут сказали, что все эти тигры никогда не бывали в дикой природе. Так что можно сказать, что они домашние воспитанные тигры-котята. Хочешь шутку? Ну, давай. В кунг-фу я предпочитаю стиль уссурийского тигра. Если намечается драка, я исчезаю. Исчезаю. Чудесная улыбка. Неправда. Все пугаются от моей улыбки. Ребята, по-моему, тигру нужен ваш лайк поддержки. Друзья, тут есть правило. Подходить близко к тигру можно только сзади. Гладить только по спинке, хвосту и задним лапкам. Я тоже хочу подойти. Вау, какой он огромный. И шерстка такая блестящая. Кстати, вы знали, что расположение полосочек у каждого тигра уникальное? Это как отпечатки пальцев у людей. Вы только посмотрите на этого великолепного, большого, пушистого котика. Я бы однозначно хотела себе такого домой. Может показаться, что тигры тут грустные, но на самом деле они просто сонные. Они спят от 16 до 18 часов в сутки. Малыш и то меньше спит, хотя он тут еще Соня. Смотрите, какая у него лапочка, больше, чем моя ладошка. И пальчики. Как и у всех котиков, у тигров 4 пальчика на задних лапках и 5 на передних. Такая кися. Я бы гладила эту лапу целый день. Подушечки, кстати, плотные такие, но гладкие. И такие тепленькие, ну просто прелесть. Словами не передать то, что я сейчас чувствую. Если будете когда-нибудь на Пхукете, обязательно зайдите сюда. Будешь? Это что такое? Кусочек кокоса. А есть еще?
Ну, пожалуйста. Жил бы ты со мной, я бы тебя колбаской угощала. Колбаской? Никакой колбаски. Могу дать еще кокос. Колбаска. Звучит вкусно. И не кидайся. Эй, тигра, лови. Что это? Все еще кокос. Я теперь хочу колбаску. Ну ладно. Что же они такие мелкие? Ну вот, вообще упал. Ладно, нам пора выходить. Наше время вышло. Заглядывайте еще. Можете с колбаской. По дороге к выходу мы заглянули к самым маленьким. О, привет! Хочу передать огромный привет всем подписчикам. А ну-ка, давай-ка. Друзья, если вам понравились эти большие котики, обязательно поставьте лайк. Скоро будет третья заключительная часть. Не пропустите. Ну а на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч!